Для приготовления майонеза нам понадобится пучок петрушки, пучок укропа, 4 дольки чеснока, пол чайной ложки соли, 1 яйцо, 1 стакан растительного масла. Очищаем чеснок, режем крупно укроп и петрушку. Добавляем соль, 1 яйцо. Все перемешиваем покружным блендером до кремообразной консистенции. Постепенно добавляем 1 стакан растительного масла, пока масса не загустеет. Соус готов. Его можно использовать при приготовлении салатов, использовать как соус к пицце, курзе, вареникам, пельменям, мантам. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!